Всем привет! Сегодня к нам в руки попал интересный экземпляр. Это микрофон от компании Fifine AM6, который позиционируется как микрофон для игр. Звучит интересно, а так ли это на самом деле? Давайте же разбираться. Поехали! Упаковка выполнена в фирменном стиле Fifine, молодежно и стильно. В комплекте идет сам микрофон с поп-фильтром, кабель USB-C на USB тип А и инструкция. Больше, естественно, ничего нет. AM6 это достаточно компактный и легкий микрофон, получивший современный дизайн с RGB подсветкой, ну куда сейчас без нее. Смотрится прикольно, если проводить стримы или игровые сессии с друзьями, то подсветка все-таки добавляет какого-то настроения, особенно перед Новым годом. Крепится микрофон к ножке, которую в случае чего можно открутить и расположить на свой пантограф, если есть такая необходимость. А органов управления тут много. На мое удивление, прямо по центру мы увидим режим регулировки между игрой и голосовым чатом. Такой себе быстрый эквалайзер, когда не хочется переходить в систему или пользоваться быстрыми клавишами, а тут сразу же настроил под себя, под нужную ситуацию, что тебе необходимо сейчас. Однозначно лайк. Световой индикатор, который отображает, что микрофон активирован или же нет. Когда микрофон выключен, он горит красным, но на мой взгляд расположен не совсем удобно из-за низкой стойки. По бокам же мы увидим регулировку громкости звука или же уровень микрофона, тоже очень удобно. На нижнем торце расположены две клавиши включить и выключить шумодав с индикатором. Клавиша разных режимов RGB и 3,5 мм аудиоджек для наушников. На заднем торце мы найдем USB-C для подключения, а на верхнем торце сенсорную панель выключения микрофона. В общем, по дизайну и по эргономике все отлично, но естественно есть свои но. Идем дальше. Собственно, переходим к опыту использования устройства. Что я могу рассказать про микрофон? Меня лично все очень устроило, особенно опыт использования во время игр. Выделю возможность регулировки между игрой и чатом с друзьями во время какой-нибудь катки. На первый взгляд кажется, что стойка для микрофона маленькая, и тебя будет слышно плохо, а на деле все отлично. Вести стримы или просто общаться с друзьями в голосовых чатах очень комфортно и нет никаких проблем. Порадовала также и RGB подсветка. Расположение сенсорной кнопки отключения микрофона на верхнем торце тоже отличное решение, но не мне понравилось, где расположен индикатор. Иногда приходилось наклонять голову, если вы, конечно, высокого роста, может для кого-то это не будет уж таким явным минусом, но все же. Также похвалю способ крепления поп-фильтра, однозначно одобряю. А вот чего я не одобряю, это расположение клавиши шумодава. Бывает, включил его случайно, но пока микрофон не повернешь, не увидишь. Как говоришь с друзьями, будто из подвала. Работает шумодав как и должен, лишние голоса со стороны или шумы гасит отлично, но естественно страдает и качество записи голоса. Если же затронуть тему качества записи голоса, то тут все отлично. Кстати, записываю этот ролик тоже через него. Я не думаю, что у вас будет какой-то дискомфорт. Обрабатывать дополнительно голос через специальное ПО не нужно, можно сразу же монтировать. За это сразу лайк. Но если вы прям настоящий музыкальный профи, то вам тогда, думаю, придется немного поработать над качеством звука. Но для обычного обывателя тут все на отлично, претензий у меня нет. Ну что ж, давайте подводить какие-то итоги. Что можно сказать в целом про Fifine AM6? А скажу я так, если вам хочется классный, стильный, качественный и недорогой микрофон для каток с друзьями, или же вы начинаете свой путь в качестве блогера или стримера, то этот микрофон для вас отличный вариант. Из плюсов однозначно выделю отличную эргономику, большой функционал, качественную запись голоса и даже наличие RGB. Из минусов, пожалуй, можно выделить не совсем удачное расположение световых индикаторов, ну и, пожалуй, все. Докопаться, наверное, могут только уже прям настоящие профи из музыкальной индустрии, но мы не из этого сегмента, так что как-то так. Что по цене? Стоит микрофон $50 или же 3000 гривен. На мой взгляд, очень вкусная цена среди прочих конкурентов. Если же микрофон у вас зацепил, то все ссылки будут в описании. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч.